Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на обзоре очень интересная вещь. Эту информацию, сегодняшнюю информацию, думаю, будет интересно послушать каждому. А почему? Потому что сейчас, вот, например, у меня дома на своем опыте знаю, все идет на батарейках. Аккумуляторные батарейки стоят и в мышках, и в пультах, и в клавиатуре, и у кого есть дети в игрушках, везде. И покупать постоянно батарейки, я думаю, нет смысла. Поэтому я сделал следующее. Я накупил много разных, вот, например, в Китае, недорогих, очень дешевых аккумуляторов. И вместо того, чтобы ставить батарейки, ставлю эти аккумуляторы. И, конечно же, их нужно заряжать. Заряжать их обычными зарядками, дешевыми. Ну как дешевыми? Очень дешевыми. Нет смысла, потому что они портятся. И я решил заказать себе такую профессиональную или полупрофессиональную и недорогую зарядку. Зарядное устройство для батареек. Долго искал, выбирал, чтобы все было просто, максимально просто и реально хорошо заряжало аккумуляторы. И остановился вот на этом зарядном устройстве. И не ошибся. Ребята, реально очень хорошее, универсальное и профессиональное зарядное устройство. С помощью этого зарядного устройства можно заряжать аккумуляторы разной химии и разного формата. Реально практически все аккумуляторы можно заряжать на этим зарядным устройством. Пришло зарядное устройство вот такой коробочке. Вот информация разная на коробочке указана. Небольшая коробочка. Открываем и смотрим, что мы получили за довольно небольшие деньги. Реально нашел хорошую цену на это зарядное устройство. Ссылку смотрите в описании под видео. Так, в комплекте у нас была сама зарядка, вот зарядное такое устройство для аккумуляторов, небольшое. Потом какая-то дырочка и буклетик. У этого изготовителя есть разные зарядки. Вот разного формата, даже фонарики. Но я выбрал самое такое универсальное, чтобы можно было заряжать уже все абсолютно. И не было никаких вопросов и нюансов, что что-то не заряжает. Есть инструкция на китайском и английском языке, но она нам не нужна, потому что реально зарядка очень простенькая. То есть, если у вас, вам нужна зарядка универсальная, которую не нужно настраивать, которая просто хорошо и бережно заряжает аккумуляторы, вам нужна вот эта зарядка. Реально, я посмотрел кучу обзоров и остановился на этой. И не ошибся. Так, что мы получаем? Мы получаем зарядное устройство, которое можно вот подключать к сети с помощью обычного шнура, что есть огромным плюсом этой зарядки. То есть, если у вас, ну, где-то поломается, или вы порвете, или, ну, я не знаю, что можно сделать с этим шнуром, то этот шнур есть универсальный, стандартный. Его легко купить в любом магазине, и он подходит, ну, практически к любой, я думаю, технике. Вот это стандартный шнур, который подключается просто вот сюда. И есть возможность вот подключать зарядку на 12 вольт или просто автомобильную зарядку вот сюда. И включать это устройство. Ну а теперь давайте подключим эту зарядку, это зарядное устройство к сети, и я расскажу, почему именно я выбрал именно эту зарядку. И поговорим о ее плюсах. Так, включается очень просто, подключили и зарядка загорается. Почему я выбрал именно эту зарядку? Да потому что здесь вообще ничего не нужно настраивать. Эта зарядка автоматически определяет, какой химии батарейки и как их заряжать. То есть вам не нужно ничего настраивать, ничего выбирать. Просто вставляете батарейку, и вот зарядка автоматически определяет, что за батарейка и как ее заряжать. Все, все определено, и пошла зарядка. Элементарно просто. Какие есть доступные настройки в этой зарядке? Так, давайте поставим все аккумуляторы. Они по очередности вот все заряжаются. Вернее, определяют. Определяет зарядка, какой это аккумулятор, и заряжает. Все, вам больше ничего реально не нужно делать. Оставили зарядку, и она заряжает ваши аккумуляторы. Действительно, все очень просто. Вот это, именно это я и искал. Чтобы без всякого геморроя просто вставил аккумуляторы,
Зарядка сама определила, что за аккумулятор, что за химия и какой зарядкой ее, какой именно зарядкой его заряжать. Это реально очень круто. Есть аккумуляторы, которые заряжаются двумя фазами разных зарядок. И это зарядное устройство само определяет, когда заряжать какой фазой. То есть сначала одной фазой зарядки и когда переключиться на вторую фазу. Это также огромный плюс этой зарядки. А теперь давайте посмотрим, какие доступны настройки вот этой зарядки. Вот есть две клавиши. Сначала давайте рассмотрим вот нижнюю клавишу. Что делает эта клавиша? При включении одном нажатии этой клавиши мы можем посмотреть время, которое прошло, вольтаж, каким током заряжает эта зарядка и, пожалуй, все. Если включить верхнюю клавишу, мы переключаемся между аккумуляторами. То есть, вот первый аккумулятор, второй, третий, четвертый. Мы можем сюда установить разные аккумуляторы. Вот, например, даже все разные. И зарядка для каждого аккумулятора определит, каким током заряжать и какую выбрать зарядку для именно этой химии батарейки. Согласитесь, очень просто и реально удобно. Так, что еще можно? Еще большой, я считаю, большим плюсом этой зарядки есть то, что вот сейчас экранчик светится, то есть в темноте вы будете все вам будет видно. Но можно, например, если вы заряжаете аккумулятор в своей комнате, и чтобы ночью вам не мешала зарядка, можно даже отключить. Вот отключается подсветка, и зарядка продолжает заряжать. Согласитесь, также большой плюс этой зарядки. Так, и еще одним большим плюсом этой зарядки, я считаю, есть то, что вот, например, зарядка определяет сама автоматически именно вот такой ток зарядки. Вот для этих батареек 375 мА она определила. Но можно выбрать, что я и постоянно делаю, и вам, например, рекомендую. Заряжать, конечно, будет она дольше, но более бережно ваш аккумулятор. То есть, если зажать вот нижнюю клавишу, зажимаем, она выбирает вот для этой батарейки low, то есть такой легкий режим зарядки, более бережный. И он получается на 150 мАч. Я, например, постоянно выбираю вот каждый аккумулятор, выбираю вот такой бережный заряд аккумулятора, я никуда не спешу, оставляю зарядку на ночь, и оно все заряжает на бережном режиме. Вот такая полезная, я считаю, вещь должна быть у каждого. Реально сейчас практически все на аккумуляторах. Все на аккумуляторных батарейках. И если вы реально хотите, чтобы ваш аккумулятор прослужил как можно дольше, купите один раз, не пожалеете, стоит зарядка реально недорого. Перейдите по ссылке, посмотрите. Для такой зарядки это вообще не цена. И будете иметь профессиональную зарядку, профессиональные зарядные устройства, причем универсальные, которые само определяет, как заряжать аккумулятор, с каким током, определяет химию аккумулятора. Ну, я считаю, это просто реально крутая зарядка. Надеюсь, обзор был вам полезен и информация была полезна для вас. И вы не пожалеете, поставите лайк и подпишитесь на мой канал. В любом случае, всем хорошего настроения и до свидания.